Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом недавно вновь продлил масочный режим, который действует в регионе без малого 2 года. Но похоже, что местные власти и сами устали от собственных запретов. Накануне в социальных сетях появились фотографии, на которых Гэвин Ньюсом, а также мэры Лос-Анджелеса и Сан-Франциско смотрят игру на стадионе без масок, где их ношение строго обязательно для всех, без исключения. Вот эти фотографии в своем инстаграм-аккаунте опубликовал звезда Национальной баскетбольной лиги Мэджик Джонсон. На них губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти и мэр Сан-Франциско Лондон Бридж радуются победе Рэмс. Подписчики оставили под постом 1000 разгневанных комментариев и всего один вопрос – а где же маски? Это просто ужас. Политики сами не соблюдают правила, которые сами создают, зато остальных за нарушения они наказывают. Я считаю, что это было очень неразумно. За свои слова и поступки надо отвечать. Если сказано, что маски надо носить обязательно, значит, их надо носить обязательно. Что-то мне кажется, что так делать нельзя. Есть стандарты, которые установлены ими же. Нужно их соблюдать. Мы вот в нашем салоне всегда вынуждены быть в масках, а то, что они делают, неправильно. После волны возмущения Ньюсому пришлось ситуацию прокомментировать. Я вел себя очень рассудительно, очень. Мэджик попросил очень вежливо меня сфотографироваться с ним, и я сфотографировался. Большую часть игры я был в маске. Я снял маску на пару секунд из вежливости. Вежливым в тот вечер, похоже, губернатор был не раз, возмущается в Твиттере сенатор Мелисса Мелендес. Ньюсом сказал, что снял маску только для фотографий с Мэджиком Джонсоном из вежливости. А вот снова вежливый Гэвин. Член городского совета Лос-Анджелеса Кэтрин Бергер призвала губернатора отменить в штате масочный режим. Организаторы движения за отмену масок в школах «Позвольте им дышать» Шерон МакКиммон и вовсе выступает за отмену чрезвычайного положения в регионе, которое действует в штате также почти 2 года. Наш штат совсем скоро будет принимать Супербол. Разве проводят такие мероприятия там, где объявлено чрезвычайное положение? Губернатор своим примером показал, что никакого чрезвычайного положения нет. Теперь следует отменить и масочный режим. Звезды, политики могут ходить на игры, обниматься, фотографироваться, и все это без масок. Значит, и наши дети могут в школу без масок ходить. Но все же есть среди жителей штата и те, кто уверен, из истории на стадионе раздули, что называется, из мухи слона. Да там тысячи людей были, и не все в масках. Просто некоторые из всего, что делает губернатор Ньюсом, раздувают целую проблему. Ну что тут такого, что он был без маски? В такую щекотливую ситуацию губернатор Калифорнии попадает не в первый раз. Год назад его сфотографировали в ресторане в компании друзей в разгар пандемии, когда сам он призывал жителей штата сидеть дома. Летом прошлого года скандал разразился вокруг фотографии сына Ньюсома без маски в спортзале, тогда, когда калифорнийские школьники по распоряжению губернатора должны были находиться в помещении в масках. Ангелина Багдасарян, Вазген Варжебетян. Настоящее время. Америка. Калифорния.